Всем привет, дорогие друзья! Приятного просмотра, давайте начинать! А вот это, друзья, мощный поступок. Дастин Порье объединяется с фондом Мэнни Пакьяо, чтобы собрать средства, которые помогут построить дома в Восточной Африке. Речь идет о 32 домах для пигмеев в Бундибугио, Уганда. Порье уже привычно будет продавать с аукциона свои памятные вещи. Это будет турнир UFC 264, и все доходы с продажи экипировки пойдут в фонд. Кроме этого, Порье и Пакьяо сделали пожертвование дополнительного размера 50 тысяч баксов от своих фондов и будут продолжать и дальше работу, пока проект не будет завершен. Вот что о проекте рассказывает Мэнни Пакьяо. У Дастина Порье и Джастина Рена огромные сердца, и работа, которую проводят они через свои фонды, затрагивает столько жизней. Так много можно сделать, если мы будем работать вместе. Я надеюсь, что многие люди присоединятся к нам, и мы поможем многим людям. 15 из 32 домов уже построены, а также одна водонапорная башня с трубопроводом и инфраструктурой для обеспечения чистой водой каждого дома. Все строительство ведется местными предпринимателями и торговцами. Фонды Порье и Пакьяо также имеют планы построить школу для местной молодежи, а также построить медицинскую клинику и аптеку. Также две дополнительные системы водонапорных башен, которые будут обслуживать до 3000 жителей общин в пределах вокруг пигмеев в Бундибугио. Вот такая новость заслуживает вашего лайка. Посмотрим, сколько у нас людей, которые оценят поступок Дастина Порье. А вот это сильный поступок Конора Макгрегора. Конор заплатит за поездку ирландской молодежной команды IMMAF на чемпионат мира по MMA. «Желаю ирландской команде удачи в их стремлении к чемпионату мира в этом году», — пишет Макгрегор. «От бойцов до тренеров я знаю, что будущее нашей страны в надежных руках. Сражайтесь с гордостью, команда! Мы все с тобой, удачи!» На прошлой неделе Конор Макгрегор объявил, что профинансирует всю молодежную сборную Ирландии для участия в молодежном чемпионате MMA 2021 года. Чемпионат пройдет в Болгарии на EFE Maryknail с 29 июля по 1 августа. Макгрегор оплатит вступительные взносы и проезд туда и обратно для 27 юношей и 20 тренеров. Поддержите поступок Конора лайком. Спасибо за просмотр, ваши лайки меня сильно мотивируют, поэтому не забывайте, друзья, нажимать палец вверх, а я вам подкину свежих новостей. Скоро увидимся, пока!